Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Сейчас на странице 14 мы выполним задание под номером 2. Рассмотри рисунок, отметь, закрась кружки красным цветом те места, которые ты считаешь опасным. Итак, возьмем красный карандаш. Некоторые места в квартире, доме и его окрестностях могут быть опасными. Давайте посмотрим, какие. Вот, например, опасным может быть балкон. Раскрашиваем кружок красным цветом. Следующее опасное место – это трансформаторная будка. Закрашиваем красным цветом. Дальше мы видим стройку. Стройплощадка является тоже опасным местом, поэтому здесь и здесь мы закрасим кружок красным цветом. Вот здесь мы видим собак, которые не навязаны без ошейников, поэтому мы обводим этот кружок красным цветом. Собаки тоже могут быть опасными. Опасен открытый люк. Ну, вот скамеечка около дома, урна, детская площадка, они являются неопасными. Вот закрытый люк, который тоже не является опасным, тротуар и киоск с мороженым – это неопасное место, а вот крыша дома – это опасно. Опасным является проезжая часть дороги. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.